своей статье «Россия, Азербайджан, Иран, Гордиев узел или новая реальность». Военный эксперт Александр Артамонов осветил ряд интересных моментов, касающихся неудавшейся попытки американского шантажа в отношении Азербайджана, а также некоторые моменты относительно мнимой угрозы Зангезурского коридора для создания и реализации некоего антииранского плана. Так, согласно материалам статьи, в 2005 году с целью склонить Баку к участию в создании на северных границах Исламской Республики базы по антииранской деятельности в лучших традициях Джига Шарпа, автора теории цветной революции. Вашингтон инспирировал угрозу взрыва в Азербайджане. На центральной площади Баку уже были выстроены палатки протестующих. Приехавший в разгар этих событий в Баку, высокопоставленный представитель американской администрации, недвусмысленно намекая на перспективу смены власти, потребовал участия Азербайджана в этом проекте. Однако президент Азербайджана не поддался на шантаж. Американцам было четко заявлено, что территория страны не используется в качестве базы против третьих стран. Подчеркну еще раз, события разыгрались 17 лет назад, в уже далеком 2005 году, когда Азербайджан был намного более уязвим для шантажа и давления. Об этом хорошо знают и в Москве. Поэтому неубедительно педалировать тему того, что Азербайджан участвует в каком-то антииранском плане. Тегерану необходимо ценить то, что Баку сохраняет свою субъектность, и решать имеющиеся проблемы путем диалога.